у тебя есть знакомые, которые, допустим, были где-то тут и потом вернулись? Нет? Нет, пока таких не было. Возвращали только, ну, многодетниках и пожилых возвращали. Ну, то есть вот кто, например, там за 50 лет, то есть они 3 месяца пробыли там и их вернули. Ну, потому что уже, типа, выхлопа нету. А так, чтобы вот... У меня даже нет сейчас таких ребят, которых на передержку отправили, Макс. Вот именно из мобилизованных. Поэтому мне интересно, да, мне интересно, когда это будет, потому что, по сути, через 3 месяца они вас в любом случае должны отправлять на отдых. Да, ну, на передержку это, как громко сказано, там, собак на передержку отправляют. Ну, извини, а вы в каких сейчас положении находитесь? В грязи, в жопе, ты не мылся сколько времени уже? Что это? Скажи, не как собакам? Руки гниют вон уже. Да ты чё? Да, пальцы вот, 3 пальцев не чувствую. Ого. Ну, слушай, да. Макс, а мне расскажи, получается, у тебя сколько человек в подчинении? У меня нет человека в подчинении. Я в подчинении. Я мотострелок. Нифига себе. Нет, ну учитывайся, да. Ты как командир подразделения, и получаешь ты как командир подразделения. Ну, получаю, да. А нахожусь вместе со всеми, как все остальные, в окопах, на дежурстве, все как обычно. Ну, как простой рядовой. Обалдеть. А это вот уже прямо командует вами, прямо это, военнослужащие офицеры, да? Нет у нас офицеров. Нету. Младшие сержанты, сержанты. Офигеть. Сейчас я новый слух слышал, что наших всех типа заберут, а я как капитан, и вот у нас еще Старлей тут есть один. Ага. Ну вот, нас типа хотят оставить. Типа как это, старших над другими группами. Нормально, отдыхать вам когда? Не, это я тут всех перестреляю тогда. Не-не, это я оставаться не собираюсь здесь. У меня еще в пистолете 8 патронов осталось. Тихо-тихо-тихо, зайка, держись, не надо тебе. Это на всякий случай, поэтому ну, не трать. 9 штук я и стрелял, а вот 8 я оставил специально.